J'ai vu des films, я смотрел фильмы, читал книги. И только сейчас понял, что все это было про тебя. Давай будем вместе. Я не привык быть настолько счастливым. Может, познакомимся? Я Аль. Алла. Пьер. А вы французы. Меня зовут Николай. Ника. Ник. Enchanté. Очень приятно. Он что, остаться собрался? Да нет, конечно. А ты еще скажи, что он тебе не нравится. Мы с Алей друзья с детства. Bien. Давай попробуем сделать тебе визу. Я всем займусь. Хорошо. Мне кажется, я влюбилась. Я еду во Францию. Знаешь, у Альки всегда была куча поклонников. Молодая, красивая девка. Хочет жить им хорошо. Ищет варианты. Добро пожаловать. Все для вас. Сколько серьезных людей обожглись при контакте с такими очаровательными. Ника, прошу тебя, давай увидимся. Аля, тебе лучше все это забыть. Ни один мужчина не может жить без женщины. Ты как думала, можно приезжать, уезжать, врываться в жизнь людей? И я не хочу, чтобы ты это рушил. Все познается в сравнении. Уйдите, уйдите, слышите? Оставьте меня всех в покое! Всем добренький вечерок. Молодой человек, могли бы брюки надеть? У нас здесь все-таки иностранцы. Мадам, откуда брюки? Вы же видите, пью-пью. Здрасте.